Друзья, всем привет! Тут задали сегодня вопросы мне, что есть дети Индиго в проявленном? И ответ на вопрос этот в давности. Обратившись к трудам Юнга-старшего, сформулировать можно вменяемо. Как духовное, так и физические все содержит в себе информацию. Мудрость ту, что накоплена в вечности пребывания в теле субстанции, что душою зовется бессмертную и что странствует в бесконечности, посещая тела разновсякие в временах, что и в прошлом, и в будущем. Мудрость духа есть самодостаточна, мудрость тела есть опыт накопленный, проявляется он динамически в совокупности шифров молекульных. ДНК есть молекулы хитрые, и они есть всеопределяющие к передаче развития быстрого в алгоритме геометрическом. И добавлю я для пояснения, что душа не привязана к родному, но вмещает телесное мудрое, то, что Юнг называл архетипами. Благодарю. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.